Last session of the day and the last session of the show. You guys are intrepid and tough. I like that. So almost everything I know about agile development, whether it's Scrum or Kanban, I learned from this guy right here, Ivan Kachenko. He ran the St. Petersburg studio for Oberon when I was trying to start a social games business. And so he helped me put together two teams for games as a service development from a group of people who were predominantly involved in product development up until that point. And so we went through a lot of pain together. And when I decided that I was going to put together a free-to-play games or games as a service track, I really wanted to have Ivan and his business partner, Arseny, come and talk about that experience, both in their current company and also in previous companies. So as I alluded to earlier on in my presentation, this is a hard transition to make. You have to change a lot of different things. And this is an opportunity to hear how it's been done by somebody who had to make that transition work. So with that, I'll hand it over to you two guys. And I'm looking forward to hearing what you have to say. Thank you. Are your microphones working? Работает, да. So, Russian is my second language, so bear with me, please. Ну что? Да, мы будем делать презентацию вместе, но Арсений будет стараться говорить сам, я буду добавлять что-то, какие-то примеры, буду вспоминать и рассказывать. Надо рассказать больше про нас, чем Дэвид говорит. И что вообще мы хотим вам рассказать? Вот, у нас, да, есть такой transition. Мы переходим из компании разработчиков, которые знают downloadable очень хорошо. И что вообще такое downloadable? И что такое free-to-play? Мы думаем, что команда, очень важно команде понимать, что это такое. То есть, да, боссы все понимают, но если команда не понимает, у вас не то будет. Не то выйдет. Ну, давай еще про нас. Или все про нас. Ну, я могу сказать, что у нас команда опытная. Несмотря на то, что мы полтора года работаем в Сигнусе, до Сигнуса мы работали, 20 человек из нашей команды примерно работали в Oberon Media. У многих есть опыт с Downloadable, и у некоторых есть опыт в Oberon с Free-to-Play. Но, в общем, мы столкнулись действительно с большой проблемой, что очень многим нужно объяснять, рассказывать, в чем разница между этими двумя моделями. И мы хотим оставить вот этот lean, у нас Kanban, и successfully строить free-to-play игры. Да, я объясню. Lean — это lean development, и вышел из другой методологии, называемой Lean Production, которая использовалась в Toyota, и мы ее, скажем так, внедрили у себя, адаптировали, внедрили также gamification, и вроде бы это неплохо работает. У нас есть два основных принципа, которых мы придерживаемся. Это уважение к людям, и второе — это постоянное совершенствование. Конечно, в Lean очень много других дополнительных принципов. Мы стараемся всех их соблюдать. И я считаю, что Lean очень хорошо, идеология Lean очень хорошо ложится на free-to-play модель разработки. Окей. Так как это последнее выступление, у нас будет такой casual style. Но матом я не буду выражаться. Когда мы говорим downloadable, мы хотим сказать, что это типа старая, ну то есть не старая, но не новая бизнес-модель и дизайн, и маркетинг, и distribution. То есть это не только downloadable игры, это типа игра, которая выпускается вот по specific way, как это сказать. Ну, specific way. А free-to-play — это новая модель, которая помогает вот маленьким компаниям, как нас, выпустить очень клевую игру, очень хорошую игру, и все ее будут играть. Вот первая презентация Пола, Big Fish, он сказал, что… Ну, он намекал, что, я думаю, что free-to-play немножко хуже, что downloadable дает большой сценарий, красивый сценарий. Но я думаю, что free-to-play тоже
такой же может дать. Он меня может зарежет да, потом, если... но мне, я считаю, что из free-to-play можно сделать такую же качественную, интересную сценарий, и даже больше ее будут играть. Да, я бы предложил аналогию фильмы полнометражные и сериалы. То есть много фанатов, то есть многие люди любят как фильмы полнометражные сходить в кинотеатр, но также все сидят у телевизора и смотрят эти сериалы бесконечно. Но мы вам не хотим рассказать, что это такое, мы вам хотим рассказать, как это продать вашей команде и вообще, какие у нас были проблемы с этим. Я выбрал три топика, которые все смешаны, но надо где-то начать. Первый топик – это бизнес free-to-play, как он отличается от бизнес downloadable. Первый топик – это контент. И вот даже идея, что у вас не весь контент сначала выйдет, это надо учить. Я тут написал себе, что downloadable – это типа один большой мешок, а free-to-play – это много маленьких мешков. Понятно русский? Да, мне кажется, понятно. А давайте так сделаем. Если кому-то непонятно или кто-то возражает, вы не стесняйтесь и говорите. Да. Мы сделаем такой диалог. Самая важная вещь про контент, что он впрямую не весь будет. То есть файл не будет один большой, а, ну, может, будет, но, наверное, будет много маленьких. И о чем надо думать, и о чем вообще команде надо понимать, что даже если много маленьких файлов, но там же офлайн плей тоже будет, и как это правильно сделать с офлайн? Но это же может еще пиратство больше принести, и надо еще считать размеры файлов. Okay. Есть еще про контент чего-то? Да нет, я думаю, можно к следующему приходить. Не, ну, контент важно. Следующее – это код. То есть опять, downloadable – это один большой мешок. Весь код сначала придет. Весь код скачивается сначала, а free-to-play можно код менять. И то есть надо сначала знать, что код можно менять. Значит, будет какой-то сервер. Надо подумать про этот сервер. И вот у нас lead programmers не всегда это понимают. Они считают, что типа, то есть скрипт не меняется. Или скрипт можно менять через апдейты. Но есть сейчас шанс этот скрипт уже менять in real time и получать real time results. Да, я прокомментирую. То есть я вообще считаю, что всем на своем месте всегда нужно думать о будущем. Не просто делать то, что ты можешь, а подумать, что будет после того, как игра выйдет. То есть тем же программистам стоит задуматься, что будет, когда игра станет лайв, а будет следующее, будут апдейты. Как эти апдейты будут приходить? У нас, вот я честно скажу, очень мало программистов думают вот хотя бы на два шага вперед. И получается ситуация, когда нам нужно заапдейтить сервер, и в результате сервер находится офлайн несколько часов, пока мы выкладываем следующий апдейт. Но можно было бы подумать, ну, естественно, мы уже это решили проблему, и то есть можно было бы решить ее таким образом сразу. Приготовить сервер к постепенному апдейту. То есть есть у нас фронт-энд, есть сервер-сайд скрипт и есть база данных. Все эти три компонента должны в любой момент иметь возможность заапдейтиться, откатиться обратно без ущерба для играющих, чтобы сервер всегда был онлайн. Вот, например, такие моменты нужно всегда думать заранее. Надо их учить об этом. У нас даже анекдот есть. У нас на одном проекте программист нам… Я типа программисту говорю: окей, у нас
первый эпизод должен быть типа своя игра. Первый эпизод лежит. Второй эпизод своя игра лежит. Он говорит, это на игра на iPad. Он типа говорит, ну, если у человека на флешке тогда заганят вот эти второй контент, третий контент, то есть пиратство. То есть человек даже не совсем соображает, вот что это постепенный. И мы придумали, это понятно, что я сказал? Ну, не совсем. То есть имеется в виду, что люди думают, что это iPad, это как PC, туда можно, каждый человек может подключить какую-то флешку. Ну, я, по-моему, даже сюда некуда флешку-то всунуть. Непонятно, чем он думает или как он думает. Ну, то есть мы им покупаем девайсы. И недостаточно сказать, что купи и играй, лучше мы ему купим. Да, в нашем случае большинство программистов, даже большинство сотрудников не имеет либо планшета, либо, если у них есть планшет, то это Android. iPad мало у кого есть, только у нескольких художников продвинутых. Да, то есть интересно. Нужно как-то, может быть, просто всем купить iPad и дать им возможность попользоваться им. Или дать в аренду, я не знаю, на какое-то время, чтобы они пожили на iPad. То есть в теории это очень сложно понять, переключиться с PC на мобайл. Нужно попробовать это на себе. Каждому рядовому сотруднику обязательно нужно это сделать. Последний момент про код. Это важно, что вот Apple, они контент берут, но они скрипты не берут. И это надо знать вперед. Что если у вас будет меняться какой-то баланс или что-то такое, это надо сделать систему, которая этот баланс меняет без апдейтов. То есть вы можете терять много денег без такой системы, и программисты должны это знать вперед. То есть когда estimate какой-то делают, чтобы потом еще два месяца не добавили, это важно. Но мы… Следующий топик – это servers. Ну, это очень большая идея, и еще data validation. Я не знаю, как это по-русски сказать. Проверка данных. Ну да, ну то есть там очень много данных, и их надо проверять. И надо понимать, что игра не всегда в сети. Игра может неправильно загрузиться, или хакеры могут попробовать что-то подменить. Это все нужно проверять. Как научить лид-программистов это, если они к этому не привыкли? Это мы боремся с этим. Но вы должны это всегда знать. Всегда знать, что, может, они не думают об этом, они не понимают, что в девайсе есть онлайн, офлайн. И есть очень много хороших examples на iOS, где она играется офлайн прекрасно, подключается к сети, и вся дата как-то validates. То есть есть Bejeweled Blitz, ты можешь ее играть нормально без сети, без Facebook, играть, твой high score переходит в онлайн, когда ты заходишь. Это очень важно, и надо знать вперед. Так, сейчас давайте про арт поговорим. Я типа полухудожник, и мне это очень интересно. Я хочу, чтобы все было очень красивое, но проблема, что все растет по footprint, то есть все весит. Размер. Много. Размер, да. То есть игра может быть, первый download игры, первый какой-то эпизод или первая часть будет примерно, ну то есть может весить там гигабайт. Потом второй эпизод выйдет, еще гигабайт, потом третий. Ну то есть и так далее. И вот мы думаем, ну как с этим бороться? У нас игры есть, которые в сумме 7 гигабайтов. Это нельзя. То есть мы думали, а давайте придумаем delete кнопку. Ну это, наверное, неправильно. Потому что сделает большие проблемы в саппорте. То есть важно понимать, что размеры могут быть большие, и на девайсах даже использовать типа кэш. Ну то есть надо об этом думать, что даже все будет больше, чем downloadable. И как с этим бороться? Вот это понимание, вот просто, что все будет расти, все может всегда расти, очень-очень важно, как с этим бороться. Еще ответы у нас, по-моему. Да, мы наверное, еще об этом скажем, но да. Вот недавно, относительно недавно появилась Retina,
все стали делать также на HD. Размер файлов из-за графики растет. Что будет, когда будет 4K? Значит, можно себе представить, какого размера будут файлы? Я не знаю, по-моему, интернет отстает от телевизора. Ну, то есть думайте вперед, учите художников, лидов, думайте вперед. Вот мы делали игру для детей. Вот она недавно вышла, но она не ретинная. И сейчас она выглядит немножко хуже всех других. Вот мне это убивает. Ну, то есть надо думать вперед и take good guesses, make good guesses. У нас вот еще анекдот. У нас в команде много раз говорят, ну думайте только о хорошем. А, да. Если думаешь о хорошем, не знаю, плохое будет. Да, но если думать только о хорошем, то есть как говорят, готовься к худшему, надейся на лучшее. То есть, я не знаю. Ну, нужно обе вещи думать, про обе вещи, и хорошее, и плохое. То есть всегда должен быть запасной план. Всегда нужно думать, а что если у нас не будут закачивать игру? По какой причине? Если она слишком большая, как мы вообще поймем, что ее не закачивают по причине, что она слишком большая? И дизайнеры должны об этом думать, не только ты. Да, ну то есть очень много вопросов, и нужно постоянно их задавать. И поздно будет их задавать, когда игра уже вышла и никому не нужна. Поэтому нужно всегда, если у вас есть в офисе какой-нибудь мрачный человек, который всегда думает только о плохом, спросите его, он все знает. Последняя часть вот этой типа бизнес-модели или overview, разницы. Это analytics. Analytics – вещь, которую очень сложнее было делать вот до века интернета. И вот у нас до сих пор дизайнеры не думают об этом, пока ты заставляешь. Да, для меня это тоже удивительно. То есть моя работа заключается в том, что я просто подхожу ко всем и спрашиваю, а ты про аналитику подумал? Он говорит, нет. Ну давай подумаем. У нас гол в компании, чтобы какой-то нижний художник подбежал к нам и говорил, ну а вы подумали, что надо вот это трекать? То есть мы вот стараемся к этому добиться. У нас есть шаги вперед в этом. Да, есть такой тул, называется Flurry. Или как он по-английски Flurry, называется? Ну, много Flurry, да. Бесплатных. Ну просто идея, что да, это очевидно, все это знают, но дизайнеры могут это не знать. И вот надо быть уверенным, что они, когда продумывают дизайн, они уже думают, что окей, вот эту кнопку, на нее надо смотреть. И есть разные понятия, типа надо все трекать. Вот другие компании говорят, нет, не надо все, надо какие-то KPI найти и их трекать. У всех по-разному, но если сам дизайнер не знает, что вообще что-то надо трекать, это важно. Да, и вот KPI и репорты с отчетами нужно делать до того, как проект выйдет. Когда он выйдет, опять будет все поздно уже думать. Мы сами на этом обожглись. Проект вышел, у нас ноль репорта. Мы даже не знаем, что происходит. Ну, мы быстро это поправили, конечно, увидели все, но нужно репортинг делать параллельно с разработкой. Ну или, по крайней мере, раньше, чем все закончится, вся разработка закончится. Okay, давайте дальше? Подробнее поговорить по дизайн. Хотел три вещи вам рассказать. У нас в компании такая методология minimum viable. То есть дизайн первого релиза должен быть минимально, чтобы был success, и что вообще, если игра не пойдет, она была целая игра, которую можно типа забросить. И вот с этим две вещи. GDD. Мы это уже называем Game Design Directory, не Game Design Document. Потому что эта документация не умирает после релиза. Это очень сложно. То есть это тоже не один файл, а много мешочков. Много файлов, да. Это сложно доказать дизайнеру, что так надо делать, не один огромный там многомегабайтный файл. Ну, идея, что он не умирает, он должен всегда жить, даже после релиза. И первая версия его должна вот давать вот этот минимальный продукт. Вот это у нас так.
И вот анекдот, что… анекдот – правильное слово? Да. Да. То, я думаю, это шутка. Ну, это даже интереснее. Да, ну, лучше. Ну, у нас, типа, у нас недавно вышло казино, и там, ну, то есть, опять, идея была минимальное казино сделать. Ну, там автоматы разные, там все летает. А в дизайн-доке было расписано очень много фичей, которые мы не планировали включить. И был из этого miscommunication и, то есть, проблемы. Как рассказать дизайнеру, что ты делаешь минимальную игру, и потом мы будем все добавлять? Да, я хочу сказать, что все-таки геймдизайн-документ нужен, несмотря на то, что Agile ставит коммуникацию выше документации, все равно документация порой необходима. Даже дизайнер уже не помнит, когда написал, когда придумал какую-то фичу, ему надо самому хотя бы записать, чтобы не забыть. Поэтому хоть что-то должно быть записано, поэтому GDD есть. Вопрос в его детальности. Да, хорошая штука. Надо иметь и надо не забывать. Да, но еще, кстати, наличие диздока помогает делать синхронизацию в команде, поскольку иногда некоторые члены команды просто не знают о том, что вышла какая-то фича, при том, что этот же человек должен был каким-то образом поучаствовать в создании этой фичи. А оказывается, что ему никто не сказал, что она вообще будет, и, я не знаю, она вышла без графики. Окей. Следующий topic, что вообще beginning and end, то есть где-то есть начало и где-то здесь где-то кончается история. Игра. Да. История, ну, да. То есть, ну, игры. История, но не у всех игр есть история. Но надо понимать, что эта игра не кончается. Даже если она кончается, то есть там чувака убивают в конце или что-то такое, она не кончится. И легче просто вот так продать команде. Игра не кончается. У нас был вот первый наш большой проект. Там вставили в дизайн player profiles. И как, ну, то есть ты выбираешь, ты там, не знаю, какой-то мужчина, женщина, и у них какие-то есть скиллы. И вот идея, что когда-то игра закончится, и ты ее опять переиграешь, показывала нам, что дизайнеры не очень в тему, не очень поняли, что вообще что тут будет. Ну, это очевидно, но опять надо смотреть, если люди, ну, то есть не очень понимают. Но я все говорю, что да, может даже игра кончится, но почему она не кончится? А что будет, если какой-то cross-promotion, вы хотите cross-promotion ставить? Самый лучший cross-promotion работает, если это что-то так deeply integrated, как это сказать. Ну, не только баннер какой-то, да, но хорошо встроено. То есть какие-то, да. Вот, ты можешь иметь какой-то hidden object игру и казино, и они будут cross-promoted each other, сам себя. Друг друга. Друг друга. То есть такие вещи могут случиться. Будут ли они, не будут, не знаю. Но опять, это надо делать в диздоке, в pre-production, зная, что, ну да, но если, то есть, если нам надо, мы вот это вот так сделаем. По телевизору, по-моему, то есть в сериалах у всех героев есть уже написано, как ему уйти из сериала. Типа там, то есть мы стараемся вот так делать. У нас выходит игра, которая на лодке, то есть или на корабле. На корабле. Все происходит на корабле, но мы думаем, ну а что будет, если надо, то есть что-то будет в конце или какой-то сиквел надо придумать. То есть когда-то корабль все-таки приплывет. Да, куда-то корабль приплывет. И это не только про сиквел, это может быть какой-то collector's edition или что-то еще после collector's edition, но это надо делать вперед. Ну вот я прихожу к последнему моменту, да, это опять вот, моменту, что вперед надо придумывать, вот я это написал как setting, то есть, окей, мы на корабле, и вот с этим проблема, что, окей, когда, как мы можем расти этот корабль, ну, то есть корабли же, ну, может, 4 этажа,
мы придумали, что там какие-то порталы. Мне это не очень нравится, но вот у нас так получилось. И есть много игр на iOS, которые в одном месте всегда все происходит. И потом какие-то смешные вещи используют дизайнеры, чтобы расти игру. Думайте об этом вперед. И вот у меня был интересный lesson. Я питчил игру одному паблишеру, и вся игра была в одном помещении. И в конце питча мне чувак сказал, а почему это не в городе, почему это в одном здании все? И я об этом вообще даже не думал. Ну, конечно, это сложнее делает вот этот дизайн-челлендж. Все сложнее, но надо это делать. Даже об этом надо думать, ну, то есть, или деньги терять. Так. Ну, в конце мы хотим поговорить по... Кто играет эти игры? Я думаю, мы все знаем, кто в них играет. Но вот иногда наши художники или программисты не очень понимают. Я думаю, многие думают, что они знают, кто играет в эти игры. Ну, я думаю, что я знаю. Вот мы тоже думаем, да. Что мы знаем. Да. Я думаю, что идея, окей, если ты делаешь какой-то пазл, или вот мы хоки делаем, мы знаем примерно, кто в них играет. Но идея, что free-to-play — это просто больше всего. То есть если это женщины 40+, на downloadable, на free-to-play будет женщины 30+, то есть wider. И как мы это стараемся продать в компании, когда человек подходит и говорит, вообще, кому мы эту игру делаем? Первый мой ответ — это ты делаешь игру для твоей мамы. И потом ряд ответов, типа… Вопросов. Ну, вопросы ответов, типа, ну, у мамы нет iPad, моя мама не знает, как компьютер использовать. Она вообще по-английски не говорит. Да, по-английски не говорит. То есть идея, как научить… Да, ну мы говорим, представь, что твоя мама всегда жила в Америке. Да. Ну, не знаю, как это сработает. Когда у нее есть iPad, она говорит по-английски, и она любит… Она, как правило, женщины в Америке старшего поколения, они отвечают за бюджет в семье, они распоряжаются деньгами, женщины по статистике платят больше, ну, вы все это знаете. Но вот здесь есть некое заблуждение, когда наши дизайнеры нам же говорят, а я вот в интернете нашел статистику, она вообще по-другому, про другое говорит, вы вообще ничего не понимаете, iPad покупают в основном молодые люди, поэтому мы должны делать хоги для молодых людей, там типа 20 лет. Ну, это вообще неверный вывод, поскольку все равно хоги 20-летние мальчики играть не будут. Ну, может, и будут, но шансы невелики. Ну, то есть у нас это проблема, потому что мы делаем хоги. Да, да. Но вообще это проблема, что мы вообще не знали, что наши художники не понимают или наши программисты не понимают, кому они делают игры. И это больше в арте, так как они рисуют, и это маркетинг. И вот у нас есть такая мысль про бомбу. Да, ну расскажи. Ну, очень гуманная. Я но зато постараюсь рассказать. Ну то есть, когда ты бросаешь бомбу на какой-то завод, ну ты взрываешь завод. Ну там, может, какие-то самолеты стоят, их надо тоже взорвать. Но то есть… Как взорвать завод и там мотоциклы, и самолеты, и все вообще ближе. Вот у нас такая идея. Вот мы знаем, что женщины играют в эти игры, и они платят в них. Ну, то есть у нас дизайн для них сделан. Но мы тоже знаем, что ну, там еще есть ряд мужчин, которые тоже будут играть. То есть мы направляем нашу бомбу вот в женщин. Вот ну типа, так, чтобы она была ядерной и задела всех. Да. И вот, по-моему, вот это больше помогает дизайнерам и всем понимать вообще, что мы делаем. И зачем вот небольшие дизайн-вещи меняются. Вот есть анекдот про иконку. Они нарисовали иконку на iPad, и они говорят, вот, это клевая иконка. Ну да, клевая. Но к нашей аудитории она не очень подходит. И то есть ответ – это же клево, нет? Не работает.
Да, то есть идея какая? Давайте лучше сделаем иконку, чтобы она 100% нравилась женщинам старше 40 или 50 лет. Вот здесь можно подойти к вашей маме и спросить, что ты думаешь про эту иконку? Вот я когда своей маме показал, она говорит, ой, нет, наверное, это нельзя. Не надо говорить. Ну, то есть, опять идея, что да, если ты делаешь пазл-гейм или, не знаю, космос какой-то, помни, что у тебя есть шанс заработать больше денег, если игра немножко сделана для большей аудитории. Но не надо делать, там, например, если вы хотите сделать игру для массовой аудитории, не надо делать ее про моду. То есть, если вы думаете, ну, раз женщины, давайте делать для женщин. Зачем сделать тогда ее только для женщин? Давайте сделаем, чтобы женщины, которые владеют бюджетом в семье, чтобы им это 100% понравилось. Но также, чтобы ее дети, и муж, и все родственники тоже играли в эту игру. То есть нужно думать, нужно фокусироваться на аудитории, на вашей целевой аудитории, но не забывать про всех остальных. Ну, кстати, вот я думаю, что Rovio тоже по этой причине популярны, но они, конечно, нацеливались на другую аудиторию, не на женщин, но тем не менее они сделали игру для своей целевой аудитории, плюс захватили всех остальных. Последний момент об этом, что это может повлиять негативно на команду. Но они поймут, что типа, ну, может, им не понравится вот такой approach. Но это. Ну, то есть надо это понимать и митигировать. Вроде все. У нас какое-то время осталось на вопросы. Да, может, у кого-то есть примеры. Да, ну давайте вопросы. Вопросы. Ну, кричи просто. Вопрос такой. Как вы определяете уровень вот этот minimum viability, когда разрабатываете геймдизайн? Я могу ответить, но может я неправильно отвечу. Что вот так, что эта игра должна быть игрой сама по себе. Если ты умрешь, игра должна жить. То есть, значит, minimum virality, minimum social, ну то есть геймплей не минимум, но enough геймплей, что это будет настоящая целая игра. И интересно, что время вот этого minimum viable всегда по-разному. Вот мы выпустили наше казино, и он типа был минимум. И там уже люди прошли все уровни и говорят, что еще делать за 2 недели. То есть это опасно, да, хороший вопрос. Ну, и альтернативный ответ, тоже правильный. Если у вас есть определенный бюджет или определенный срок, то вы сами разберетесь. То есть нужно приоритизировать фичи таким образом, чтобы самое главное успеть, на сладкое что-то оставить. Ну да, типа есть, не делай среднюю игру совсем, делай очень хорошую игру по минимуму. Вопрос не столько про free-to-play, сколько про команду. Вы сказали, что хотите, чтобы в вашей команде к вам подбегали и спрашивали, и говорили, а вы об этом подумали или что-то сделали. Я у себя в команде тоже такое пытаюсь сделать. И ну, мой подход, например, это нанимать людей с очень большим опытом в индустрии, то есть не новичков. И все равно я вижу, что это не всегда работает. Это не влияет, да, по-моему. Да, довольно тяжело такого добиться. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Какие-то хорошие результаты и нехорошие кейсы. Наверное, у всех такие проблемы. По-моему, вот мое мнение, что все способны, даже новые, всем. И надо просто понять, как к нему прийти. Вот у нас есть один продюсер, у него approach один. И то есть он, то есть у него семья и так далее, и он такой, ну, один approach. И вот к нему подход. Надо приходить. Подход. Что? Approach – это подход. Подход, да. То есть, да, подход такой, и к нему надо вот так прийти. Может, если человек помладше, надо по-другому. Может, какой-то конкретный. Ну, то есть все люди индивидуальные, разные, и каждому нужен свой подход.
Ну, нужно просто строить правильную атмосферу в команде и ставить определенные цели, к которой вся команда идет. Есть определенные инструменты. Ну, то есть я вижу, это очень сложная задача, но если выбрать правильную стратегию, то время лечит. Или не лечит, а время исправляет. Или если вы идете в правильном направлении, когда-нибудь туда придете. Ну, как-то ты размутный какой-то ответ дал. Ну, садись каждые две недели с людьми, скажи, мне надо тебе это, ты это не делаешь. Давай попробуем вот это. И через две недели опять садись. И прорабатывай это, и надо найти правильный подход. Follow-up. Вот садись с вот этим Это one-on-one meetings называется. Каждые две недели проходит. То есть один на один. Вопрос, да. Вот вы последнее, что сказали, это то, что вот людям в команде может не нравиться там hidden objects или там free-to-play или еще что-то. Ну, то есть они пришли из сингловых игр или из downloadable. Consoles. Mm-hmm. Да, и то есть не знают, не понимают. Понятно, что нужно рассказывать. Вы у себя один на один это рассказываете или как-то в целом в команде? То есть бывает, что часть команды понимает и все окей, часть команды вот такие противники. Ну, у нас двое, то есть у нас типа approach, что я такой хороший. По-разному бывает. Ну, то есть да, по-разному. Иван такой сильный. Мне нравится рассказывать, что мы делаем вообще самые важные вещи, и что они важные, потому что, да, может, это для мамы сделано, но может, у мамы был такой день плохой, и она думает, ой, мне надо прийти, поиграть немножко, и все будет лучше. И вот я это хочу продать, ну, я это всем продаю. А на one-on-one надо просто понять, что человеку интересно. Вот я с дизайнером сидел, он говорит, я вообще хочу сделать World of Warcraft. То есть мы это не делаем. Ну, я вообще считаю, что у нас все-таки не компания одной игры, где собрались, значит, ребята, которые хотят вместе собрать игру их мечты. Да? А у нас все-таки профессиональная компания, где работают профессионалы, и они делают свою работу. Если бы они работали на фабрике мороженого, то я не думаю, чтобы они все время ели это мороженое. Тоже здесь. Нельзя работать и делать только то, во что ты играешь. Нужно понимать более стратегически, для чего ты работаешь в этой компании. То есть надо профессионально относиться. Any other questions? David, do you have a question? You had plenty of questions. Да, может быть, кто-то поделится своей проблемой, которые есть в команде еще. Какие проблемы бывают при переходе downloadable команды на free-to-play? Мне тоже интересно. I'd like a big round of applause for Arseny, especially presenting in Russian. This is your first time, right? Yeah. Well done. Even if you didn't know how to say approach. But I don't know how to say approach either. I don't know how to say approach. Okay. And thank you, Ivan. Thank you all for being here for the last presentation of the day at Casual Connect Kiev 2012. I hope that we'll see all of you in Hamburg in February, where it gets really, really cold. If not, maybe next year in Kiev. Thank you for coming, and have a great evening.